17-летняя девушка упала со скалы в Долинском районе. Инцидент произошел на Быковских порогах. Поздно вечером островитянка отдыхала там вместе с друзьями. По предварительным данным, сахалинка забралась на выступ, чтобы сделать селфи, но не смогла устоять и сорвалась со скалы. Она приземлилась на камни с высоты 7-8 метров. После падения пострадавшая потеряла сознание. Один из мальчиков спустился к пострадавшей и оказал ей помощь до приезда спецслужбы. Молодой человек сделал ей искусственное дыхание, после чего та пришла в себя. Вскоре на место происшествия приехали 4 спасателя, девушку в тяжелом состоянии передали бригаде скорой помощи. В ходе осмотра места происшествия следователи признаков преступления не обнаружили. Устанавливаются все обстоятельства ЧП. В ходе проведения проверки будет дана оценка действиям законных представителей и лиц, ответственных за содержание и безопасность на туристическом объекте. Будет принято процессуальное решение.